Дорогие друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Блог Золотого. Сегодня мы будем готовить шашлыки на вот таком крутом мангале. У нас что сегодня будет? Шашлык из печени с курдюком. Да, и со свинины 2 килограмма. Риховский. Сейчас будем делать салатик, малатик. Так, лук надо резать перышками. Перышки вот так ставим для маринованного лука. Перышки. Что надо сюда? Один годик. Перец красный. Да, это надо почаще, походу тут жарко хорошее. Тем более мясо толстое. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до свидания, удачи, пока. Вот так вот сегодня приготовил, дети радостные. Дядя там еще доготавливает шашлычок. Да, дядя? Угу. Что, печень доходит? Да. Ну, там печень, курдюк. Ну, тут, мне кажется, уже эти две палочки готовы.